Было варка. Это известное. Потом Бетховен бегал, у него мания величия, рвал волосы, кричал, я Клара Кастон. А последние годы я с ней очень дружен был, она много писем писала, мне Сергей Иванович Сорокин, она. Нога у нее заболела, она и почти говорит, ну что такое Клара Павловна, что с вами сейчас? Да ты знаешь, Сережа, ну то ничего, то как дернет. Ты знаешь, уж нитки перед смертью так же были. Вот такие байки про нее ходили в свое время. Так что нынче 100 лет будем открывать доску ему реально. Вспомнили что-то? Повспоминай.